Всем привет! Сегодня мы рассмотрим предновогодние события, снеговик. И также сначала посмотрим награды, посмотрим, насколько это эффективно. Каждый раз за одну снежку, да, у нас есть по одному, по 10 снежек, тратится 20 магических камней. И есть шанс получить мешок камней 3 уровня, либо же 5 наборов материала волшебного кольца. Также у нас награда есть за убийство снеговика первого одно кольцо тираническое, и второго 5, третьего 10, четвертого 20. Мы будем сейчас убивать первого и второго уровня для того, чтобы проверить качество награды. Также за общий рейтинг за первое место дают 8 уровень камня и 100 камней пробуждения, за второе и третье 8 уровень камня и 50 камней, за четвертое 10 и 7 уровень камня. Так, для начала это мой твин, да, то есть, чтобы вы знали, что я на твине. У меня нет сундуков материалов кольца, то есть я буду под конце открывать. Все абсолютно я скинул специально в дополнительный склад, полностью все камни, для того, чтобы можно было качественно проверить награду. Будем смотреть, насколько нам повезет. Так, смотрим. Будем по 10, наверное, бить, потому что по одному это долго. Так, вот, за 10 ударов мы получили 3 мешка, здесь 4, опять 4, здесь вообще ни одного мешка, здесь полностью получили материалы, 2, 3 и 35. Так, это был первый уровень. Второй уровень, для второго уровня нужно 270 ударов, да, и мы получим еще 5 колец, ну, будем проверять. Всего за 2 уровня снеговика будет растрата 270 и 60, 330, это у нас 660 6600 магических камней, да? В конце посмотрим, что мы получили за 6600 магических камней за растрату, скажем так. Также у нас будет шанс попасть в рейтинг. Я не посмотрел, кстати, набор по рейтингу, что у нас 3300. Это намного больше, чем... А, не, это как раз вот 3300 у нас тоже будет сейчас. Смотрим, что получается. В основном 3-4, вот так вот. Средний коэффициент это вот 3, ну, 3-4 мешка с с камнями 3 уровня за каждый удар. Было и вообще без мешков, вот было и по 5. Вот, так, все, закончили. Следующие 480, это 9600 камней для того, чтобы убить следующего и получить 10 магических колец, да. Смотрим в рейтинге, мы вышли на второе место. Ну, это твин, естественно. Дальше смотрим, что мы получили. Мы получили 6 тиранических колец, это за 6 с лишним тысяч. А также смотрим мешки с камнями, 103 мешка. 103 камня 3 уровня, да? Ну, в принципе, немало. И материалы волшебного кольца сейчас откроем. Открывается по 500, так, вот, так же там было золото, вот 1600, 1 600 000 золота еще. Так, и смотрим. Значит, получилось 2300 метрила на сголов, 1300 стали, 700 практически пыли и 200 всего лишь кристаллов у нас было. Это, в принципе, ну, по материалам мало, но шансы топовых ниже, то есть практически с каждым разом в два раза, да, 2300 стали почти в два раза меньше, пыли почти в два раза меньше и кристаллов души еще в два раза меньше, чем пыли, то есть, ну, с каждым разом меньше, то есть те материалы, которые там нужны, звездная пыль и кристалл души, меньше всего дает. По камням. Ну-ка, сейчас посмотрим. Здесь у нас 3. Здесь 4, 7 уже. Здесь 4 уже у нас получилось 11. И здесь 4, 15 камней 7 уровня. Это тоже, в принципе, маловато. Ну, как бы неплохо по материалам и по кольцу, если качать PvP-кольцо в звездах, да. Вот, не в звездах, а в уровнях, точнее, то есть за магические кольца, за тиранические, да. А так, в целом, окей,
ну, немножко повышение на 22 уровня, но я не буду поднимать, я их перекину на основу. В принципе, как для твина, это неплохо. Для того, чтобы скинуть на основу. На основе можно тоже побить, но не знаю, это у кого очень много магических камней. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.